Планета Лето прилетела в Бобруйск еще в начале прошлой недели. Ежедневно к волонтерскому проекту присоединяются многочисленные фестивали и акции. Сегодня в городе прошла очередная интерактивная игра. Увлекательный квест собрал 140 участников, а это 6 команд из школьных лагерей. К слову, ряды конкурсантов пополнили и россияне. Спортсмены из клуба боевых искусств «Монах» из города Раменское Московской области в Бобруйске не впервые. Российские тайквондисты приехали на учебно-тренировочные сборы, чтобы посоревноваться с нашими силачами и отдохнуть в спортлагере во время летних каникул. Здесь одна из самых сильнейших команд в мире, один из самых сильнейших педагогов и тренеров по тайквондо, Шкутко Олег Александрович. Живя в России, нас уже ничем не удивить, но вот город Бобруйск нас смог удивить. Всем конкурсантам предстоит пройти несколько сложных заданий квеста. У каждой команды индивидуальный маршрут, который состоит из 30 точек. Правила для всех одинаковые, но сложнее всего будет гостям. Потому что они не знают территорию парка. Но с каждым отрядом будет ходить наш куратор. Я думаю, наоборот, им будет интереснее познакомиться с территорией парка. Чтобы максимально оперативно и правильно пройти игру, конкурсантам нужно использовать карту городского парка и знания по правилам безопасности, историческим событиям и литературным героям. Задания были там найти первую подсказку за картой парка. Там мы разгадали шифр. Чтобы выполнить задание, ребята собирали ключевые фразы из подсказок. В итоге команда «Монах» из России, несмотря на сложности, пришла на финиш одной из первых. Но все-таки победила дружба. Пьедестал спортсмены разделили с бобруйским клубом «Спутник». Мария Бресневич, Андрей Богдан, Бобруйск 360.